воде. Здорово, здорово. Ну что, вроде все работает. Привет, Маргариточка, с прошедшим праздником тебя. Тебя поздравляют, подделки какие-то. Так, ну что, кто есть на Пхукете? Кто готов прийти завтра на тренировку? Бесплатно. Пончики ждем. О, я не курю. Программу пишу, но дома. Поедем вместе. Но если решитесь приезжать. В Москве тоже будет. Гуа пока под вопросом. А. День массы я больше устраивать не хочу. Приглашайте трансляцию народ, кто на Пхукете. Приглашайте знакомых, кто на Пхукете. Пусть пишут мне в личку. И там я им чего-нибудь подскажу, может быть. Точку. Скину точку все. Кому нужна точка? Где будут завтра проводиться соревнования? Какие соревнования? Тренировка. Планирую проездить по многим городам России. Хочу снять дом, дом на колесах, либо на минивенчике, гонять по России, встречаться с людьми из России. Может быть, из Киева еще, может быть, из Минска. Такие дела. По Владик под вопросом. Очень далеко. Там рядом городов. Хочется ездить на какой-то большой машине. Привет, Назар. Хватит спамить. О, Воля. Воля, мы будем проводить тут свою волю. Можно сделать под эгидой, в принципе, Воля. На Пхукете. Подсобирать народ и всем потрениться. Так что, друзья, мчите. Центр города, рядом с фестивалем, кто в курсе. Домой поедет непонятно когда. О, да. Кэмп было бы неплохо. Но, наверное, кэмп лучше подзамутить и на Пхукете. А где-нибудь в другом месте. А тут Пхукет – это помойка. Дорогая плеча. Распиарен. Как сегодня назвал один человек. В Таиланде можно где-нибудь. В других местах. Можно в других вообще странах Азии. Камбоджа. Малайзия, Вьетнам. Так что там дешевле, чем здесь. С этим курсом доллара надо выбирать экономные места. Я же не бадюк по 2000 баксов продавать. Говно тренировки. Хожу 30 минут. Доллар падает, что, 30 рублей стал? Доллар, сука, будет 80, наверное, несколько лет, если не больше. Отвечай. А знаешь, что сделаешь? Возьму.
черный список сервиса. Нарушай правила. Серега, нарушай правила. Сходи. Сходи. Алиша, покачай попу. Попы много не бывает. Давай, давай. Арнольд, классик, вперед. Готовься, дружище. Всем мир. Кто с воли, ставьте плюс. И пожелаем удачи Димону в подготовке. Фу. Да, и все есть в аптеках. Несколько аптек объехать. Да. Ореха не бывает много. Много-много надо ореха. У меня нет мяса набора. У меня есть только сушки. Сушки. Сука, эти сушки уже достали. Хотя мне нравится это состояние. Начально. Первые 2-3 недели сушки. Оно очень кайфово. Что-то пропали комментарии. Вот, Димон ушел уже вроде. Видео Ешенькина очень веселое и позитивное. Оно бы не все. Оно еще это я кусочек выставил в Инстаграм. О, у меня американский футбол. Ну давай толстый палец. Не сжимает сейчас. Бам! На, просто плечо в голову. Вот это спорт. Дядя Сережа. Давненько играл в нем. Кто, кстати, хочет поиграть в американский футбол, в Питере есть команда Грифоны. И еще несколько. В Москве есть Патриот. Черный Шторм. Команда Юнайтед. Очень хорошая, кстати. Да. Вес 108. Скинул трешку. Не сорел. Провоз. Я, если честно, возить ничего не собираюсь. Он поехал отдыхать. Да я только пашу. Ну, у них прям на стадионе в американском футболе стоят велики, чтобы они разминали колени. Прикольно. Аэробно. Есть кто в американский футбол играет? Или играл? Сейчас скажете, как вам этот спорт? Можно играть в футбол и при таком росте, и весе точнее. Главное быстро бегать в России. А, ну что скажете-то, ребятишки? Надо хоккей там тем. Коктейль можно и пить. Ну ладно, друзья, давайте пожелаем вам удачи.
удачных тренировок. Держите. Щелчочек. И всем мир. Увидимся дальше.